наконец-то открыли дверь. Ты прибрался у себя дома, что ли, Кенни? Кенни, урод. Ой, там что-то есть. Наверху. Да пошли вы. Может, у тебя есть ключ? Ага, бомж, с которым надо воевать. Уязвимый к шоку. Тогда покажем ему жидо-джитсу. И теперь еще шокируем его. Зашибись. Интересно, а бродяга может воевать вместе с монголами? В принципе, одно и то же. Охереть. Всем забили. Бедный бомж. Оглушили, молнией забили. Заставили, чтобы его стошнило. Я сейчас все кого течение вызвали. Ой, у меня кровотечение из носа. Ой, я хочу плевать. Ой, теперь у меня кровотечение. Теперь посрать охоту. Это тоже с какой-то серии Южного парка, извините. Кто ест? Я очень надеюсь, что вы не едите во время просмотра. Так, теперь он мне идет атаковать. Впервые за всю игру. Потом из носа. Потом еще и из задницы. О боже. Ага, у него что-то там. Он противостоит урону. Да, надо дальнобойный использовать. Ау. Окей. Лох. А, я ничего за юз не могу, не смогу все равно, так что. Давайте погладим. По головушке. Девочка, которая на самом деле не девочка. Пятьдесят седьмой уровень брони у него. Охренеть, все заблокировал. Какой молодец. Это все, что у него было? Лагеря бездомных поменяли место расположения. Фигась, использованный шприц. Обалдеть. Парик аляс Бадуна. Надо было сначала... Окей, неважно. Оглушить сначала надо было. Иммунитет магии, иммунитет к тошноте, уязвимый к шоку. Окей. А, то есть это не работает на нем, да? Ну это же не магия, это обычный удар. А, у него брони нету, так что сейчас быстро все пойдет. Лови, тварь. Шокирующий удар. Это все... А, я просрал удар. Так, где там? Что там восстанавливает магию? Вот, очки силы, да? Ей. Плюс 20, нихера себе. Я зря, наверное, это заюзал. Лови, тварь. Меня Гринпис изнасилует за это. Надеюсь, мясо она не разлетится. Смотрите на нее. Бедная собачка. Я могу даже это заюзать? Да. Че ты смотришь на меня? На, получай еще по харе. Вот это удар. Кранты. У него один хп остался, смотрите. Давайте просто отшлепаем ее. Пошла вон.
Че, и все, никакого лута? А, все, заблокировали. Ау! Ау, не могу убежать! Твари! Черт! Передеть никак, короче говоря. И хрен его знает. Сюда. Домой к нему. Потрясающий его дом. Что, даже не идут зайти? Пошла в жопу. Чтоб тебя изнасиловали крысы. Ну, я говорю, странные мне ассоциации эта игра вызывает. Очень хорошие люди, я смотрю. These witch doctors must be cooking up a secret potion. Wonder if it's a healing potion. А, это метод витаминчики, подождите. Есть ачивка забить их, надев. Так. Лысину и... А у меня нет лысины. Ну, замечательно. Это считается за лысину? А вот, шапочка лысина. Во! Во, сейчас мы их забьем. Эй, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh, shit. It's a kip! Нет. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Я Жопинзенберг. Жопкинберг. Какие у них там уязвимости? Уязвимость-то у них по-любому иммунитет к тошноте. Просто стопудово. You gonna arrest me or what? Лох. Так, а теперь ударим по дальнему ряду. Черт, слишком рано. Я облажался. Fuck you. Еще раз fuck you. This cop's crazy. Да я безумен. Давайте еще силу заюзаем. Там что-нибудь полегче надо. Протеин набор массы 4000. Охренеть. Так, 40%. Купим. А, вот это надо юзать. Ну чё, скоты? Сейчас я буду готов. Ещё и бонусный урон получил. Защита хромает. Ни хрена себе. Это что такое? Минус один. Сейчас ему что-нибудь скормлю полегче. Целебный эликсир. Ах ты тварь, как ты посмел меня запинать? На тебе по ноге. Комбо. Даешь больше комбо. Вот видите, Хайзенберг. Вот. За это дали. Так, тогда пришло время менять. Просто я даже ачивку получил. Вот, 3D очки. А ладно, похожу с лысиной. Боже. Охренительно. Крыса, тебе что надо? Вау, крыса просто так вздыхает? Какой поворот. Эй. Только я могу варить здесь мед.
Опасности вроде этого огня — то, чего следует избегать. Опасные места можно выводить из строя, также проходить очень быстро. Ни хера не успел прочитать. Вопрос, как вывести из строя? Выследить пожароопасный сосуд? Видимо, упасть здесь. Вау, как все сложно. Как все сложно! И что мне делать теперь? Обыщи метамфетаминовую лабораторию и найди посылку, за которую тебя прислали. What? Так я уже все сделал. А? А, это она. Теперь понятно, что здесь так всех прет. Они, наверное, там добавляют в кофе метамфетамин. Нужно левый стик вниз, а правый стик... Нужно стики в разные стороны вывести. Левый стик вниз, а правый стик вверх. Черт. Пойду поздороваюсь с людьми тогда. Блин, я только сейчас это осознал. That one sounded like it hurt. Maybe you should see a doctor. Сейчас от них напердю. Напержу. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Получи по щам, тварь. Блин, что думают родители, интересно? Ой, родители, соседи, в смысле. Родители-то знают, что я упорот. А вот соседи, соседей еще нет. О, боже. Я научился отражать твои удары, понял? А вот это я просрал только что. Как бы вас забить? Черт! Пошел вон! Нет теперь брони у тебя! Охренеть! Что мне делать с этими уродцами? Пошел вон. Это все? У меня супер оборона. Не прорвешь, козел. Я ему всего одну единицу урона наношу. Так, ты сейчас сдохнешь у меня от кровопотери, понял? Пошел вон. In your face. Вау, я уже 100 атак заблокировал. Что я сделал сейчас? Окей. Надо бы подлечиться, я думаю. Пошел в толку, подыхай так. А, понял. У него было это отражение поставлено. Я про другое подумал.
пошел в топень. Соснул, да? Мистер Сосун. Мститель. Обожаю. Пердеть можно бесконечно просто. О боже. Чего это нигде не написано, сам догадался. Мне перейдешь просто божественный, видать. Давайте с тобой поздороваюсь. С кем можно еще поздороваться? Блин, какой стелс, как тебе проползти? Признавайся, тварь. Да, с другой стороны надо прийти, наверное. Да пошло все. Нельзя этого сделать. Я же прошел мимо флага, да? Который меня перенес. Быстрое перемещение, в смысле. Я что-то вообще ни одного не могу найти. Что-то я все профукал сейчас. А вот. Где ты, где ты, где ты? А что сейчас показали, а раньше не показывали? А, видимо, я просто пропустил эту катсцену. Теперь, когда с крысами покончено, таракан размножается бесконтрольно. Сдается мне, мать природу, не облапошишь. Нет, не будет change. Прости. Не, давайте все-таки сюда зайдем, посмотрим, может, что есть. Квесты соберем. Киса. Правда, что ли? Да, да ёпты, не могу прицелиться. Получай по яйцам! О, фак. Ха-ха, соснул, да? Козёл. Да, представляешь? Можно лучше в рот тебе ее засунуть и провернуть. Эту палку. Не ту кнопку нажал, представляете? Нажал не А, а X. Хотя никогда не было. Не отвечала за блок. Лутать. Мне нравится это делать. Так, стоять, чё происходит? Вау. По-моему, карту пойдет что-то про евреев там. Вау, она даже не заблокирована. Дайте что-нибудь сделать. По-моему, это музыка шефа играет. Вот так все просто. А здесь что? А, точно здесь же профессор Хаос обитает. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two,
these lights and electrical equipment you see are on and will never be turned off. Draining the Earth's entire power supply and plunging humanity into a deep cold darkness. Hey! Without lights or heat or computers or power, humans will be left to fend for themselves against the beasts and the elements. Humanity be damned! Dougie spoke of you and says you'd make a worthy ally. Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the Earth's energy supply is drained. Well, we must have stumbled upon the secret and cool lair of a super evil, super cool super device. А? А мне надо выше подняться. You're good at that. You're good at that. Аж крыса вывалилась. О боже мой, голова статуи Пауэлла. Я даже не знаю, откуда эта фотография Мистериона. Беличий нос Баттерс. О май га. А, это... Из серии про Мистерион и так далее, когда они выясняли, кто является этим Мистерионом. И здесь все, один член Покемон. Это все, ради чего я шел, да? Говно у тебя лаборатория Баттерс. И ты говнюк. Пшел ты. Ключ от ячейки Маки. Нужно стоять. От склада Элагора. Ладно, видимо, я выполню его задание, и мне дадут ключик. Окей, погнали. К Токену? К Твику. Господи, у вас что-то не так с мозгами. Может быть, вас гипнотизируют этим самым делом. Может, специально там сидят 30 корейцев и пытаются вас каким-то образом сбить с истинного пути, пока они готовят ядерную боеголовку, чтобы запустить ее в вас. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local Tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom. Wow. Ага. Я даже прокачаться могу. Ну, я потом прокачаюсь, естественно. Перчатки Инока, Роба Инока. Солнцезащитные очки в круглой оправе. Red Balls. А вот инвентарь я сейчас посмотрю. Увеличь максимальный запас здоровья на 5. Сырные подушечки восстанавливают 5 здоровья на каждом ходу. Тогда я это... Инвентарь положу. Хотя, может, оно само снимается. Такие это лучше будет. Или нет? Нет, она не лучше. Уровень брони ниже. Так что... Получи 2 очков мощи при нанесении тошнотворного урона. Вот, у меня как раз он есть. Окей, окей. Что здесь есть? Где там нос? Чингисха. Нет, я с этим покажу. Это просто отлично. И еще 3D-очки. Ой, лучше просто не бывает. О, господи. Эта игра упорота. По самой не балуй. Ой. Боже, родите меня обратно. Прекрасный кофе. Теперь мы узнали, откуда кофе. Вот, видите, игра раскрывает вам подробности сюжета прошлых серий Южного парка. Вы думали, а чё все такие упороты? А вот... Давайте вернемся к Картману. Такие.
Как тебя достать, меня интересует. Отойди, Баттерс. Урод. Ладно, никак пока что. У меня будет новая способность. Где ты? Серьезно? Ну давайте прикрепим этот сраный сенсор. Чема! А как его, интересно, прикрепить и куда? Наверное, крышу куда-нибудь. Надеюсь, они не возродились тут. Может, здесь на крышу можно выйти? А, вот, вижу. Так и знал. Кровавая дубинка Кенни? А может, если снять... Подождите, а если я сниму, допустим... Да, дубинка Кенни будет получше. Или нет? Что значит умножить на 2, умножить на 3? Ну, раз написано... А, ну да, умножается на 3 удар. Окей, допустим. Это все равно хуже. А, тут всего одна ячейка. Тогда не надо. Еврейский посох лучше, там можно 2 слота поставить. Замечательно. Хорошо, что заметил эту срань, которая блестела. А то хрен знает, что здесь можно уничтожить, что нет. Боже. Я не буду ему в лицо смотреть, это ужасно. Сюда до сих пор нельзя зайти. Фига себе. Я буду со всеми здороваться подряд. О, эй, ты новый парень. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Да, я очень... I thought you were different. 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 Зачем? Зачем мне быть... О, там потрясающая комната Кенни. Лучше ее комнат просто нет. Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. Can he teach you that? Can he teach you that? Потрясающий дом. Все равно лучше, чем у Стаса Михайлова. И у Тома Круза, я уверен. Оу, щет. Хрен знает, по-моему, там не такая картинка висела. Они что-то новое прикрепили, где-то нашли, видимо. Румяные щечки. Кольцо чистоты. А, это когда он с подружкой познакомился и водил ее на... Что? Крысиный яд. И водил ее на концерт. Там какой-то диснеевской группы. Где всех поливали пеной. А маленькие девочки... ну как вам сказать? Им очень нравилось. Ну, я только костюм Мистериона знаю. А, ну еще шапку этого. А, мексиканского бойца-рестлера. Как их зовут? А, в общем, это все... Это было из... мексиканской маски. Маски мексиканского рестлера он был, когда... в эпизоде WTF, который была пародией на... На WWE. Такс. Вспомнить бы кто где-то не сюда. Не сюда. Окей. Блин, надо запомнить цвета домов.
Полотенчик, точно. О боже, сколько мы еще не видели. О май. All soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Greg? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. Отлично. We have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn Dragon Shout. Блин, я просто тащусь от этого. Ой, тут еще лут остался, кто не собрал, что ли? Упс. Я удивлен. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power. А вот мне расскажут, как передеть. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first you must take the gentleman's oath. Ты не видишь у меня яйца на бороде? Что еще может быть более джентльменским? To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! Вот это магия! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Okay. Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Whoa, don't leave the air trapped inside, that's just dangerous. People die like that. Можно разорваться. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Отпусти правую палку. Whoa, don't leave the air trapped inside, that shit's dangerous. People die like that. I'll show you one more time. Так, окей. Suck it in. Правую. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Wow. My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragon bone has come at last? Все равно лучше, чем песню Аркадия Кутника. Now let us try your skill on a real opponent. Hey! Hey, Princess Kenny! Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you! Блин, мне же легче попасть по... It's hard to do when there's a chick watching, I know. Pretend she's not there. It's hard to do when there's a chick watching, I know. Правую палку? She's not there. Окей. Douchebag, don't get all shy. Я отпускаю. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Также гранатомет может получиться, если вовремя зажигалочку поднести. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's boss. Okay, seriously. You have mastered dragon shout. Yes, сложно будет задеть. Now it will be easier for you. Рёв дракона. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Приятель, потому что я пёрнул на него, что ли? Окей. Что там делать, токен? At first I didn't want to join the KKK at all, but the Grand Wizard made some really good points. At first I didn't want to join the KKK at all, but the Grand Wizard made some really good points. Huh? Ну так тоже можно, ладно, неважно. Help! Help! Help!
Бедная киса. Замочил ее. Ладно, нам нужно отправляться к школе.